И к новостям спорта. В Крыму прошло первенство России по дзюдо среди юношей до 18 лет. В весовой категории до 73 килограммов вершину турнира покорил махачкалинец Ибрагим Гаджи Сулейманов. Золотая медаль воспитанника тренера Руслана Гамзатова оказалась единственной наградой в активе команды Дагестана на этих соревнованиях. Всего же обладателей 17 комплектов наград определили 790 спортсменов.